и много людей обращаются и говорят, бля, ты видишь, посоветуй, что взять. У каждого ведь свои критерии. У тебя столько денег, у него столько денег. Тебе нравится, блядь, там блондинка, ему нравится брюнетка. Машины все говно. Вот просто то, что они сейчас собирают, все дерьмо. И все будет ломаться. И все будет разваливаться. Чего бы ты ни взял. Поэтому надо брать просто то, на что торчит. Смотришь, ну нихуёво, бери. Никого не слушай. Чего ей хорошо, блядь, плохо. Ты кайфуешь от нее. Твоя задача, что ты максимальное количество времени кайфовал того ведра, который ты купишь. Все. И неважно там, кто-то тебе посоветовал, что-то не посоветовал. Торчишь и не бери. Все. Вот я такую форму вижу. Самая правильная форма. Потому что если ты не торчишь от тачки, а ты ее купил, потому что тебе Кент посоветовал, нахуй такой Кент нужен, блин. Вот, а по поводу покупки новой, ну вот там новый X5M покупать. Более интересная коробка, там более интересные там блоки управления мотора. Ну нахуй мне это надо, если я у себя сделал 1000 сил, нажимаю, у меня, блядь, кубики на животе появляются. У меня сзади все, блядь, улыбка такая на камере. Я хочу Линкольн собрать до конца. Мы же его так собираем, уже 2 года. Хочется его собрать до конца, чтобы он был. Будет интересная тачка. А сейчас лето пройдет. А хочу на Олимпиаде сделать пушку. Это будет прям серьезно. Если Олимпиада будет пушка, блядь, можно хулиганить, пиздец. Коробку надо поставить туда, механику. Пили педали, блядь, сделали новые педали, узел новый. И все, и навалили. То есть одна тачка просто для того, чтобы ездить зимой и там каждый день. Вторая тачка для того, чтобы ездить боком. Третья тачка для того, чтобы ебнуть. Все, у меня этих 3 машин хватит. Я их продавать не вижу смысла. Я не вижу смысла. X просто, вот мы сели, ради прикола, посчитали, сколько всего потратили. На X потратили больше, чем 22 миллиона рублей. Вот его стоимость и плюс вся хуйня. Там тут, блядь, 200 потратили, там 300, тут 500. Вот за всю историю его жизни он обошелся в 20. Ну это пиздец. Причем я знаю каждую позицию, на которую, блядь, эти деньги были потрачены. И нигде там не было каких-то завышений, блядь, еще чего. Везде там по-братски цена, тут нормально, там нормально. Я не хочу, блядь, еще одну машину, еще там тратить, блядь, 20. Потому что я знаю, что те уроды, которые собирают там эти новые машины, они просто заработают на мне и все. А я не дамся, блядь.